Здравствуйте, дорогие друзья! Это реабилитационный центр для выброшенных собачек Кабулети Батуми. 4 дня назад был спасен вот такой малыш. Он весь находится в ранах. Малыш был побит кабулетскими. У него неврологическое заболевание, то есть у него лапочка трусится. Помимо этого, тоже то же самое с телом. Малыш покрыт вот такими ранами, но он сейчас в данный момент лежит, чтобы мы его не будем переворачивать. Малышу срочно нужна ваша помощь. Лист медикаментов будет в тексте. Поддержите этого малыша. Кабулецкие, которые проживают, он был найден возле в Чолохе. Это часть Кабулети, где орудует банда, которая издевается над щенками. Его очень побили. Он постоянно плачет.